Shall we start? Okay. はい、それでは、日露外務防衛閣僚協議、開始させていただきたいと思います。Уважаемый господин Лавров, уважаемый господин Шойгу, уважаемые дамы и господа, позвольте мне начать наши консультации в формате 2 плюс 2 с участием министров иностранных дел и обороны. 昨年12月のプーチン大統領のご訪日の際の首脳会談を踏まえて、今回第2回の外務防衛閣僚協議2プラス2約3年4ヶ月ぶりに開催することができますこと、心から歓迎を申し上げたいと思います。С радостью хотел бы отметить, что в результате встречи лидеров в ходе визита президента Путина в Японию мы сегодня проведем вторые консультации 2 плюс 2 впервые за последние 3 года 4 месяца. 北朝鮮の核ミサイル開発など厳しさを増すアジア、東アジアの安全保障情勢を踏まえて、隣国である日本とロシアの間で意思疎通を図り、安全保障分野における相互理解を深めること、これは極めて重要なことであります。На фоне ужесточения условий безопасности в Восточной Азии, связанного с ядерной и ракетной программой Северной Кореи и другими элементами, очень важно, чтобы Япония и Россия, как соседи, хорошо контактировали и углубили взаимопонимание в сфере безопасности. 本日午前の日露外相会談において、日露二国間関係及び国際情勢について率直な議論を行いました。外交及び防衛の双方の責任者が一堂に会する2プラス2においては、安全保障の問題についてさらに突っ込んだ議論を行いたいと思います。В ходе встречи министров иностранных дел в первой половине дня мы провели откровенные обмены мнениями по вопросам двусторонних и международных отношений. Теперь по линии 2 плюс 2 мы хотели бы сделать еще более углубленную дискуссию с ответственными министрами за вопрос безопасности. 昨年は首脳会談が4回行われるなど、日露間の政治対話、かつてないほど活発でありました。本年も昨年と同様に活発な首脳対話が予定されており、それらに向けて本日は互いの安全保障上の関心事項について率直な意見交換を行いたいと思います。В прошлом году состоялись 4 встречи на высшем уровне, что политический диалог между Японией и Россией был беспрецедентно активизирован. Теперь и в этом году у нас планируется такой же активный диалог между лидерами. Сегодня я рассчитываю, что мы проведем откровенные обмен мнениями о вопросах безопасности, вызывающих наши взаимные интересы. それでは冒頭ですね、稲田大臣、ラブロフ大臣、ショイグ大臣の順番で一言ずつご発言をいただいた上で議論を始めたいと思います。теперь слово представляется министр обороны Японии госпоже Инада, и затем будет следовать слова господина Лаврова, а также господина Шойгу. それでは稲田大臣お願いします。пожалуйста。本日午前中のショイグ国防大臣との会談では、双方の防衛政策、また北朝鮮情勢をはじめとする地域の情勢について、大変率直に、そして忌憚のない意見交換をすることで、お互いの理解を深めることができたと思います。Сегодня в ходе встречи с господином Шойгу в первой половине дня мы смогли провести откровенные обмен мнениями и углубить взаимопонимание оборонной политики и региональной ситуации, в том числе северокорейский вопрос. 日露を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、こうして2プラス2、2回目となる2プラス2を開催することはとても有意義なことだと思います。На фоне ужесточения условий безопасности вокруг Японии и России я ценю проведение второй встречи 2 плюс 2. 本日はアジア太平洋地域における安全保障情勢、
日露間の信頼情勢について幅広い観点から忌憚のない意見交換を行いたいと思います。よろしくお願いします。Я рассчитываю, что сегодня с обширной точки зрения мы сможем провести честный обмен мнениями по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепления взаимодоверия между Японией и Россией. Уважаемый господин Кисида, уважаемая госпожа Инада, возобновление сегодня нашего диалога в формате 2+2 в соответствии с договоренностью лидеров по итогам визита президента России в Японию в декабре прошлого года, говорит об обоюдном стремлении вывести российско-японские отношения на качественно новый уровень, укрепить взаимное доверие и расширить сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности. 尊敬する岸田外務大臣、尊敬する稲田防衛大臣、本日2プラス2のフォーマットでの協議を再開することは、双方はロシアと日本との関係を新しい次元に引き上げること、またお互いに信頼関係を含めること、さらにグローバルまた地域レベルの安全保障に関する協力を拡大することを示していると思います。Мы убеждены, что такой диалог, его углубление, интенсификация в полной мере отвечает интересам наших двух стран и может играть важную роль в обеспечении стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. このような対話をよりインテンシブに行うことによって、そういうことは両国の国益に合致していること。さらにアジア太平洋地域をはじめ両国の安全保障安定の確保の分野での役割のためになると考えております。Мы готовы к предметному и доверительному разговору. Спасибо. 具体的また忌憚のない意見交換のために用意してきました。ありがとうございます。 Спасибо, уважаемые коллеги. Восстановление встреч в формате 2+2представляет хорошую возможность для взаимоприемлемых решений проблем глобальной региональной безопасности. Сонгейсуру дорену минасамагата. Цупрасу дено Тайвану сайкаева. Хонтани гробару то чиики анзен хошо, но гидай но мондай но кайкэцу, но там и не хиджони и кикай о тейкёштиеру то кангэйту римас. Благодарны японской стороне за хорошую организацию этих консультаций. Убежден, что сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами двух стран и развитию взаимовыгодного военного сотрудничества. 今回の会談のために日本側が非常に順調な準備作業を行っていただいて感謝の言葉を申し上げたいと思います。今日の会談はこれからロシアと日本の軍隊の間の友好関係の強化とお互いの利益のある軍隊の協力の促進に資すると期待しております。Хотел бы заверить японских коллег в готовности к конструктивной работе по восстановлению военных связей. また我々は防衛交流の復活のために建設的な努力に対する意欲があるということを強調させていただきたいと思います。以上です。はい。
Shall we stop? Okay. はい、それでは、日露外務防衛閣僚協議、開始をさせていただきたいと思います。Уважаемый господин Лавров, уважаемый господин Шойгу, уважаемые дамы и господа, позвольте мне начать наши консультации в формате 2 плюс 2 с участием министров иностранных дел и обороны. 昨年12月のプーチン大統領のご訪日の際の首脳会談を踏まえて、今回第2回の外務防衛閣僚協議、2プラス約3年4ヶ月ぶりに開催することができますこと、心から歓迎を申し上げたいと思います。С радостью хотел бы отметить, что в результате встречи лидеров в ходе визита президента Путина в Японию мы сегодня проведем вторые консультации 2 плюс 2 впервые за последние 3 года 4 месяца. 北朝鮮の核ミサイル開発など厳しさを増すアジア、東アジアの安全保障情勢を踏まえて、隣国である日本とロシアの間で意思疎通を図り、安全保障分野における相互理解を深めること、これは極めて重要なことであります。На фоне ужесточения условий безопасности в Восточной Азии, связанного с ядерной и ракетной программой Северной Кореи и другими элементами, очень важно, чтобы Япония и Россия, как соседи, хорошо контактировали и углубили взаимопонимание в сфере безопасности. 本日午前の日露外相会談において、日露二国間関係及び国際情勢について率直な議論を行いました。外交及び防衛の双方の責任者が一堂に会する2プラス2においては、安全保障の問題についてさらに突っ込んだ議論を行いたいと思います。В ходе встречи министров иностранных дел в первой половине дня мы провели откровенные обмены мнениями по вопросам двусторонних и международных отношений. Теперь по линии 2 плюс 2 мы хотели бы сделать еще более углубленную дискуссию с ответственными министрами за вопрос безопасности. 昨年は首脳会談が4回行われるなど、日露間の政治対話、かつてないほど活発でありました。本年も昨年と同様に活発な首脳対話が予定されており、それらに向けて本日は互いの安全保障上の関係。В первой половине дня мы смогли провести откровенные обмен мнениями и углубить взаимопонимание оборонной политики и региональной ситуации, в том числе северокорейский вопрос. 日露を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、こうして2プラス2、2回目となる2プラス2を開催することはとても有意義なことだと思います。На фоне ужесточения условий безопасности вокруг Японии и России, я ценю проведение второй встречи 2 плюс 2. 本日はアジア太平洋地域における安全保障情勢、日露間の信頼情勢について幅広い観点から忌憚のない意見交換を行いたいと思います。よろしくお願いします。Я рассчитываю, что сегодня с обширной точки зрения мы сможем провести честный обмен мнениями по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепления взаимодоверия между Японией и Россией. Уважаемый господин Кисида, уважаемая госпожа Инада, возобновление сегодня нашего диалога в формате 2 плюс 2 в соответствии с договоренностью лидеров по итогам визита президента России в Японию в декабре прошлого года, говорит об обоюдном стремлении вывести российско-японские отношения на качественно новый уровень. В прошлом году состоялись 4 встречи на высшем уровне, что политический диалог между Японией и Россией был беспрецедентно активизирован. Теперь и в этом году у нас планируется такой же активный диалог между лидерами. Сегодня я рассчитываю, что мы проведем откровенные обмен мнениями о вопросах безопасности, вызывающих наши взаимные интересы. それでは冒頭ですね、稲田大臣、ラブロフ大臣、ショイグ大臣の順番で一言ずつ
ご発言をいただいた上で議論を始めたいと思います。теперь слово представляется министр обороны Японии госпоже Инада, и затем будет следовать слова господина Лаврова, а также господина Шойгу. それでは稲田大臣お願いします。Пожалуйста.本日午前中のショイグ国防大臣との会談では、双方の防衛政策、また北朝鮮情勢をはじめとする地域の情勢について、大変率直に、そして忌憚のない意見交換をすることで、お互いの理解を深めることができたと思います。Сегодня в ходе встречи с господином Шойгу